продается «Гусь Холмогор». Телефон МТС 227-77-62, 520-83-89. Предприятие «Торено Эко» приглашает за покупкой овощей. Картофеля, продовольственного и кормового, моркови, свеклы, лука, капусты. Продажа производится по адресу: Брест, Шоссейная 2, подъезд вдоль железной дороги. Телефон 80162-45-29-11 и 80033-388-1493. На работу вахтовым методом требуется рабочая по «Монолиту». Телефон 8025-644-93-78. Сдается двухкомнатная квартира. Восток, Партизанский проспект. Рядом магазин «Монтана» и остановка. Телефон плюс 375-29-722-82-87. Санаторий «Ружанский». Лучшее место для отдыха всей семьей в любое время года. Большой выбор современных медицинских процедур. Комплекс бань и бассейнов. Крытые отапливаемые переходы. Детский аквапарк. Скидка для пенсионеров 5%. Телефоны. Городской. Плюс 375-163-2-33-4-27. Велком. Плюс 375-44-744-02-03. МТС. Плюс 375-29-754-38-84. Горнолыжный отдых в Буковеле каждые выходные. Телефон 8-33-643-41-93 и 8-29-650-69-58. Паломнические туры к Святой Блаженной Матроне Московской. Телефон 8-33-643-41-93, 8-29-650-69-58. Инспекция МНС по Ленинскому району города Бреста напоминает: физические лица, получившие в 2015 году доходы, подлежащие декларированию, обязаны в период с 4 января по 1 марта 2016 года предоставить в налоговый орган налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области проводится набор кандидатов из числа учащихся выпускных классов общеобразовательных школ Бреста и Брестской области для поступления в учреждение образования Академия МВД Республики Беларусь, наследственно-экспертный факультет. Телефон 80162-27-37-11 с 9 до 18.00. Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям предупреждает: граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности, не перегружайте электрическую сеть, не эксплуатируйте неисправные электробытовые приборы и приборы отопления. При возникновении пожара звоните в службу спасения по телефону 101. Беларусь 4, Брест. Телефон рекламной службы 8 0162 20 35 45.